Всем привет! Не так давно я вам рассказывала о 5 крутых фишках в стиральных машинах. Но то, о чем пойдет речь сегодня, вас несомненно удивит. Это новое поколение стиралок от LG Twin Wash. Скажу вам откровенно, увидев ее впервые, я не сразу поняла, что за дизайн и почему так. Но подойдя ближе, стало ясно, что тут не все просто и поговорить действительно есть о чем. Исходя из названия Twin – двойной, можно догадаться, что производитель говорит о двух барабанах. Именно это и скрыто за дверцей внизу. Без всяких сомнений, это современное, полезное и весьма необычное решение, которое пригодится для больших семей. Кстати, габариты у этой модели не так уж и велики. Всего 600 на 640 на 850 в верхней части и 600 на 700 на 365 нижней. Тут можно, конечно, и поспорить, но со своими размерами она способна за подход постирать 12 и высушить 8 килограмм белья. Что ж, с дизайном тут все ясно. Он хоть и достаточно стандартный, но имеет свои особенности. Теперь предлагаю поговорить о функционале, ведь это самое важное и интересное. Twin Wash напичкана невероятным количеством технологий, многие из которых уже известны на рынке. Но давайте пройдемся по ним еще раз подробно, поскольку некоторые из них удивляют. Первая особенность, о которой мы уже немного поговорили, это двойная загрузка. И помимо невероятного объема загрузки в 12 килограмм, есть еще глобальный плюс – одновременная стирка разного типа белья. Наверняка многие сталкивались с тем, что нужно постирать вещи, несовместимые друг с другом. И, как правило, этот процесс заставляет нас разбивать стирку на несколько этапов. Тут же можно отсортировать белье на два типа и постирать их одновременно. При этом, конечно же, и режимы будут разные. К примеру, в верхней части стираются повседневные вещи, а в нижней – детское белье. Следующая фишка заключается в возможности использовать стиралку как сушильный барабан. Согласитесь, это удобно, поскольку теперь не нужны посторонние устройства, которые занимают гораздо больше места, чем это. Подведя небольшой итог, могу сказать, что такие технологии сэкономят не только время стирки, но и место в вашей квартире. Теперь давайте обсудим интересные фишки. Тут их, ребята, просто бесконечное количество. Поэтому я выделю самые топовые. Первая из них – это стирка паром. Она, кстати, также имеет два преимущества. Во-первых, в процессе работы горячий пар, смешиваясь с водой, мягко воздействует на ткань и полностью растворяет остатки моющих средств. Также он удаляет бытовые источники аллергии и обезвреживает бактерии. Дополнительным плюсом хочу отметить стирку без моющих средств. К примеру, после посещения спортзала можно использовать режим «освежить». Это займет всего 20 минут, но вещи при этом станут чистыми и без запаха. Следующую функцию я никак не могу обойти стороной. Six Motion – это собственная разработка компании, которая реализована следующим образом. Принцип работы барабана не совсем стандартен, а все потому, что он может вращаться по-разному. Так, в зависимости от выбранного режима и ткани, машина автоматически определяет движение барабана. За счет этого стирка различных типов тканей становится эффективнее. Следующей интересной фичей я выбрала быстрый режим Turbo Wash. Конечно, можно сказать, что он присутствует почти в каждой стиралке, но тут он слегка необычный. Его можно разбить на два типа. Первый – обычный. Большинство моделей в этом режиме тратят 1,5 часа времени, в то время как Turbo Wash справится за 49 минут. Помимо еще одной экономии времени, это сэкономит расход электроэнергии и воды. Последняя фишка также заслужила место в моем списке. Это встроенный Wi-Fi модуль в стиралке. Интересна она потому, что через смартфон можно проводить диагностику и загружать новые циклы стирки. Ну, согласитесь, круто! Даже через время модель не устареет, а все потому, что вы сможете ее обновлять снова и снова. Подведя итог, могу сказать, что это безусловно интересная и очень технологичная машина. Помимо широкого функционала, она порадует своего владельца экономией времени. А за счет того, что в ней есть два барабана, можно не только стирать разное белье одновременно, а еще и сушить его. Напишите в комментариях, видели вы стиральную машинку с двумя барабанами или еще нет. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. А также смотрите советы по уходу за стиральной машиной и историю развития компании LG. Пока!